Тяжелая экипировка, высокий подъем и ограниченное время. С этими сложностями столкнулись дагестанские сотрудники МЧС в соревнованиях по подъему «Вертикальный вызов». Огнеборцы республики поочередно поднимались по маршевой лестнице, ведущей к крепости Нарын-Кала. В ходе испытаний все 23 участника достойно преодолели дистанцию, а в призовую тройку вошли Салим Гаджиев, Алириза Рамазанов и Бадави Гусейнов. Организаторы наградили победителей медалями, почетными грамотами и ценными подарками. Данные соревнования проводятся с целью популяризации профессии пожарного, здорового образа жизни, проведения спортивных мероприятий согласно плану подготовки. Данный вид соревнований он проводится в честь памяти нашего генерала армии Юрия Николаевича Зиничева. Хочу отметить, что в этом году результаты показали более лучшие, чем были в прошлом году.